Новосибирская область – один из лучших регионов России по выполнению задач нацпроекта «Культура». Так оценил работу по модернизации кинозалов и библиотек министр культуры Владимир Мединский. Начинание в этом направлении поддержат средствами из федеральной казны. Библиотеки должны становиться центром образования, просвещенного досуга, информирование, работа с разными слоями населения. В прошлые 6 лет, отработав эту модель, мы сейчас предлагаем регионам к ней подключиться. И более того, порядка 700 библиотек будут реорганизованы по новому стандарту при федеральном софинансировании. В том числе и в Новосибирской области такие первые сертификаты мы вручили. Сертификаты на создание условий для таких перемен в своей работе получили 4 библиотеки Новосибирской области. Владимир Мединский вручил 17 сертификатов на покупку отечественных пианино музыкальным школам. Сегодня министр провел в Новосибирске заседание Координационного совета по культуре. На нем заместители губернаторов десятков регионов обсуждали вопросы развития школ искусств, кинозалов и библиотек. В Новосибирской области на это потратят более 1,5 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов. В этом году получаем более 200 миллионов, а до 2024 это 1,6 миллиарда. Это весомые деньги для нашей отрасли. И со своей стороны мы, конечно, будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы у нас была соответствующая синергия, потому что для нас культура имеет очень важное значение. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!